Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Деревенский за колхоз. С вами Василий. Сегодня мы приехали в Пересыпь посмотреть, что тут и как. В такое интересное место я хочу вам посмотреть, где Пересыпское Гирло впадает в Азовское море. И вот мы сюда заехали. Здесь, кстати, я буду видео снимать отдельно, похоже, потому что здесь сейчас трудно проехать такие маленькие улицы, а когда здесь будет много людей летом, тут нужно быть аккуратным, конечно, ехать по назначению к своим хозяевам, кто будет вам жилье сдавать, чтобы парковка была, потому что я не знаю, как тут летом отдыхают, очень много таких вот домов хороших в этом районе, но я вам покажу, потому что вы меня часто спрашиваете про Пересыпь. Тоже показать, вот видите, такие тоже районы, как Голубицкая есть. Че, привет, Рит. И тоже близко к морю. Пожалуй, у нас вот единственные такие курорты, где Голубицкая, Пересыпь здесь, где можно снять жилье. Видите, здесь за столовые такие есть кафешечки. Кафе, обратите внимание. Прямо выход. О, Ритусь, посмотри, как, да? Как здесь круто. Тоже, видимо, здесь столики летом. Или даже не знаю, что это, или просто потусоваться. Нравится? Посмотрите, Пересыпь. Пересыпь — это Голубицкая 2 практически. Один в один. Только вот там вот чуть подальше есть высокий берег. Есть вот такой низкий, как Голубицкая. Вот до самой Голубицкой здесь, наверное, примерно километров 14. Вот от этого места, где я нахожусь. И мы вот сейчас прогуляемся туда, Пересыпское Гирло. Вот кто любит рыбалочку, тоже можно посещать. В свое время еще казаки здесь сеть каналов сделали, чтобы из Кубани можно было вот по этому маршруту в Азовское море попадать. А вот там вот рыбаки. Рыбалочка здесь великолепно. И как всегда, я вот говорю, в Голубицкой нет медуз, в Пересыпи есть. Они, вот посмотрите, маленькие. Интересно, как тянет их сюда магнитом. Но это тоже местами. Сейчас я не удивлюсь, если по берегу пойти, вот где-то будут они в таких заводях прибитые. Потому что, видите, там вот как бы мель такая идет. И, возможно, просто их сюда нагнало. А так очень много здесь тоже отельчиков. Тоже хорошо. Я всем советую наши вот края. Пересыпь, она, конечно, меньше Голубицкой. Но кому-то это, наоборот, только на пользу. И кому-то понравится. Потому что как бы потише. Но комфортабельные такие места есть. Есть и простые домики, как Голубицкая, знаете, такие, ну, дешевые варианты. А есть уже такие вот отели, гостиницы очень хорошие. Рыбачки. Ну, конечно, очень красиво. Вот видите, здесь медуз уже нет, маленьких. Хотя вот есть, вот раз, два, три. Все пока пусто. Просто, конечно, удивительно вообще. Море играет с вот этим песком, то намоет косу, то размоет. Видите, здесь тоже получается как бассейн для детей. Вот в этом месте. Тут можно не бояться их оставлять. Малыши, они будут здесь плескаться, купаться. В чем плюс, вот у нас тоже в Голубицкой, здесь Пересыпь, здесь тягунов нет. Как вот на разных курортах, там Кучугуру, там тоже опасно, нельзя в море купаться. Там, ну, кое-где предупреждение есть.
тоже вот проходы есть к морю. Но мы там проехать не смогли, там был шлагбаум. Может быть, где-то еще, ну, есть место, где еще можно проехать. Да, наверняка должно быть. Ну, конечно, очень красиво, друзья, это не передать. Посмотрите, какие тоже отельчики. Тоже можно снять жилье. Вот как раз хорошо, что я сегодня сюда попал. Заодно покажу вам. Здесь рядом, кстати, вот у меня только что видео вышло. Посмотрите, продаются участки. Вот тоже вот примерно на таком расстоянии, как вот здесь вот эти дома. И тоже назначение, ну, земли под бизнес, гостиничный. В таких вот местах, конечно, вот свой какой-то домик, дачу иметь. Я бы тоже не отказался, хоть я и живу в Голубицкой. Но знаете, вот просто... О, утки. Утки, утки, утки. Просто вот так вот дачку приехать, чисто на берегу моря, чтобы там поспать, там гостей пригласить. Какие-то шашлыки там поджарить, покупаться, позагорать. Такой отдых, знаете, простой. Сеточка волейбольная. Здесь, видимо, играют. Посмотрите, посмотрите, какие жирненькие. И почти не боятся. Ну, немножко вот они отплыли. Да. Интересно. Вот такая пересыпь. А вот туда чуть подальше, там уже кучугуры у нас идут. За родину. Поселок. Вулкан Тиздар. И, кстати, посмотрите. Медуз уже нет здесь маленьких. Аномальные зоны. Я вот один раз прошел здесь 15 километров от пересыпи до Голубицкой. И как раз показал, здесь бывает... Местами очень много медуз. Как-то течение может прибивает или что. А местами их нет. Сейчас я зайду на гору, покажу вам сверху. Тут зимой хорошо. Кататься можно на лыжах, если будет снег, и на санках. Меня догоняют уже. Бесполезно, Рис. Бесполезно. Я за тебя зацеплюсь. Ничего. Пинка тебе. Давай. Давай, давай. Я тебя догоняю уже. Посмотрите, друзья. Какая красота здесь открывается. Я скатываю. Скатывайте. Вообще без проблем. Пока мамка не видит, Рис. Красота. Представляете, какое великолепие. Так боком ритусь, как хочешь. Хоть кувырками. Тоже уточки. Вот это вот и есть. Пересыпское герло вот впадает здесь. Ну, сейчас я вам покажу. Пойдем ли туда посмотрим. Посмотрите, а там какой-то отель или гостиница со своими каналами, друзья. А вот и рыбачок на пирсе. Где-то тоже есть здесь на машине заезд. Тут недавно еще был мостик, а вот сейчас я его не вижу. Это нужно учесть. Я хотел тут как раз приехать, видео записать. Вам опять пешком хотел пройти. Вода еще холодная. Градусов, наверное, 10 сейчас. И там, видите, тоже канал впадает. Вот как раз эта вся вода из Ахтанизовского лимана. Вот так вот течет.
И вот здесь впадает. Тоже можно купаться. Мусора, конечно, многовато здесь тоже, я смотрю. Но это везде. К сожалению, к большому, но вот так. Слушайте, а хороший отельчик. Интересный. Прямо такие каналы. Там, наверное, и лодочки у них должны быть. Вообще, конечно, хорошо. И вот здесь вот рыбалочка. Это вот я вам показывал, как раз, когда Володя показывал вот эти участки, которые продаются. Вот они находятся ровно между Голубицкой и Пересыпью. Это очень удобно. И как бы магазины есть в доступности. Все развлечения. Ну сколько там? Наверное, километров 6 туда и километров 6 туда. В обе стороны. Да он паучком даже ловит, паук. Это такая сетка. Видите, сколько птиц? Это значит, тут рыбка есть. Чайки, утки. Хорошо. Вот такие вот пляжи тоже можно загорать. Видите, в каждом населенном пункте есть какие-то свои такие изюминки. Пересыпь однозначно, вот это вот Герло. И вот эта гора. Я даже не знаю, зачем ее тут делали. С какой целью. Может быть, что-то хотели строить в свое время. А так сейчас, конечно, виды отсюда потрясающие. Ну, может быть, у вас и красивее, где вы живете. Но для нас, Голубицкой, тут это интересно все равно. И главное, видите, это все ракушечник. Это все, как бы, наверное, не природного, по-любому происхождения. Я не знаю, просто... Очень-очень хорошо. Можно, видите, в двух водах купаться сразу. И течение достаточно такое хорошее. О, видно, как рыба плещется там. Круги, разводы от нее. Кстати, сейчас немного вода такая мутновата. Я был в один период здесь, и вода была прозрачнее. Да гораздо прозрачнее, между прочим. Не знаю, на что это влияет. Может, весна сейчас где-то размывает что-то. Какое-то половодье или не знаю, с чем это связано. Даже на машине здесь люди проезжают, умудряются. Странно, откуда, интересно. Видите? А, это, наверное, байк. Нет, не байк. Квадроцикл. Колесная пара. Посмотрите, какая. Даже не знаю, что это такое. Но интересно. Привет, Рит! Скатывайся! Скатывайся, но как колобок. Детям развлечения, конечно. Хорошее. Тоже море выбрасывает иногда какие-то. Это дубовый колышек виноградный. Хорошая вещь, надежная, вечная практически дуб. Можно использовать для каких-то своих поделок. Или что-то декорировать в вашем домике. Заодно и мусор с берега убирать можно. Я бы забрал, было ближе, я бы унес с берега. Можно было бы приспособить куда-то. Дуб вообще хорошая вещь. И вот сейчас я вам покажу, как раз где впадает вот этот вот канал. И вот именно поэтому здесь рыбы много. И вода пресная, друзья. Азовское море не такое соленое, как черное. И вот с Сахнанизовского лимана вода пресная впадает. Я, кстати, сейчас попробую вам показать. Я тихонечко, может быть, если получится. Там даже цапли есть, друзья. Цапли. Значит, рыбы здесь полно. Вот там дальше еще больше рыбаков.
В общем, мне нужно будет брать велосипед и здесь попутешествовать, показать вам. Вы должны это увидеть. Посмотрите, посмотрите. Все-таки я хоть иду медленно, очень, друзья, очень медленно. Видите, они полетели. Все-таки испугались. Я не знаю, уже метров, наверное, 100 до них. Камера не передает. И посмотрите заодно. Вот видите, вода по цвету различается. Азовское море сейчас вот такое прозрачное. А вот из лимана, видите, какая вода мутноватая. Но летом медузы здесь были. Я тоже вот показывал. Ну как, их немного было в том году, слава богу. Они к августу появились, к сентябрю. У меня тоже за каждый день на канале видео есть. Но вот цапли вы можете здесь увидеть. Одна осталась, друзья, одна. Она не боится, это специально для вас. Я даже не знаю, как к ней подкрасться. Очень хочется вам показать, очень хочется. Вот, вот она полетела, видите? Посмотрите. Приводите детишек, привозите к нам детишек своих обязательно. Видите, вот как вода, какой поток мощный, бурный. Это вот из Кубани можно по вот этим каналам, которые у нас проходят рядом с Голубицкой, здесь попасть сюда, в Азовское море. Вот представьте себе, как люди раньше, да, в старое время продумывали все. А вон и Голубицкая наша, вот цапля, видите, вот она опять прилетела. Вот наша Голубицкая, прямо ее видно, вот где гора, маяк. Пляж одинаковый, но каждый пляж у нас везде здесь. Он отличается от своих, так сказать, рядом собратьев. Все равно есть везде своя изюминка. Даже здесь вот посмотреть, если вот где впадает. Вот море различается по цвету. Вот видите, прямо полоса. Более мутноватая вода. И азовская вода прозрачная. А дальше уже такой происходит разлив. Если бы сейчас с квадрокоптера полетать, это было бы очень заметно. Уточек-то сколько. Просто какой-то клондайк. Здесь охотиться, я уверен, нельзя, но их просто очень много. Там, по-моему, гагары даже. Видите, утки, 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 утки. Хорошо, что у нас есть свои. Как же я опять пролетел с удочкой, друзья. И вот здесь вот я почему вам говорю, вот жаль, что вот этот мост, я не знаю, что с ним сделали, снесли его, сломали или специально убрали, чтобы люди не входили. Кто-то из жадности может. Ну, я, видите, я не знаю, перец, может быть, его на лето восстановят для своих отдыхающих. Потому что, видите, вот гостиница есть, а прохода к морю нет. Может быть, его восстановят. Человек с собачкой гуляет. Красота. Просто красота. Каждый населенный пункт, вот он так вот по-своему уникален просто. Ну вот я обязан просто вам показать Пересыпь, потому что вопросов по ней очень много. Тут и жилье люди хотят купить. А точно, может быть, я и прокачусь, вам покажу, может, кому-то и пригодится. Я знаю, вот сейчас одни мои зрители собираются здесь дом купить, прямо в Пересыпи. Интересно, действительно. Потому что Голубицкая, это, вы сами знаете, да, расположение какое хорошее. Пересыпь в этом плане ей не уступает, потому что они находятся действительно рядом. 9 километров, и вы в Голубицкой. Дорога краевого значения очень хорошая. Да, пойду сейчас расскажу Риточке про птиц. Может, захочет сюда пробежаться. Жаль, у нас солнышко уже затянуло тучами. Но ближе к вечеру у нас сейчас время. А вы представляете, какая здесь красота, когда солнечная погода.
кого есть лодочки, можно взять детям покататься. Представляете? Очень хорошо. Кстати, кто из Пересыпи, кто будет жилье сдавать, обращайтесь, друзья. Покажем. Потому что уже бронирование у нас открыто. Мне люди каждый день пишут уже с просьбой о помощи. Василий, помогите найти жилье. И мне нужно показывать. В Голубицкой я уже начинаю устраивать людей к нашим же зрителям. У некоторых есть скидки, обращайтесь. И очень хорошие скидки, друзья. Вы сэкономите себе там на 1-2 дня лишних отпуска. Поэтому и в Пересыпи тоже мне нужны такие люди. С гостиницами, отельчиками или частное домовладение. Чтобы устраивать наших зрителей в хорошее место. Сейчас Витуся хочет что-то нам показать. Какой-то супер трюк. Идет подготовка. Смотрите, смотрите, как детям здесь хорошо ползать. Невысоко, Рит. Хорош, наверное. Хорош. Ай, как хорошо здесь воздух прекрасно. Надышаться невозможно, друзья. Вот так вот, прикиньте, можно, да, здесь как отдыхать. Че, будешь скатываться-то, нет? Давай, это у меня пленка кончится, Рит. Да где хочешь? У меня пленка кончится сейчас. Посмотрите, какая же красота у нас. Скоро уже, скоро солнце. Ну еще, конечно, рановато приезжать. Вот вы меня спрашиваете, там, Василий, в марте, ну можно, да, чтобы так душой отдохнуть. Солнце когда выходит, но уже начинает оно припекать. Но купаться рановато. Посмотрите, можно заколхозить какую-нибудь ледянку. Рит, а если ледянку сделать и скатиться как по горке, думаешь, получится? Да. Да? Это дубовая. Я все-таки решил домой, мы что-то с нее заколхозим. Иди посмотри. Да нет, ты чё, на ней не получится. Вот, видишь, дубовый колышек. Это было раньше виноград. Осторожней, здесь гвоздь только старый, видишь? Его море выбросило. Ну на, попробуй скатись, тащи. Куртку не порви, мама убьет нас. Посмотрим, сможет, нет? Не, не сможет. Она хоть и легкая уже после морской воды, но все равно ребенок, наверное, не сможет. Вот представьте так, да, взял ребенка, и пусть он здесь играет, и балуется, и что хочет, и плоты можно строить. И вот если было побольше такого мусора, представьте, можно было бы там собрать какой-то плот и даже порыбачить. Ну давай я тебе помогу, Ритусь. Давай я помогу. Давай с двух сторон берем. Погнали. Давай по пологому склону зайдем, пошли. Ты знаешь, как Ленин, товарищ Ленин, бревна таскал? Да. Да? Вас что, в школе учили, что ли, как Ленин бревна таскал? Ну, откуда ты знаешь тогда? Я даже удивился. Ладно, несем аккуратно только. Наугад сказала. Ну, молодец. О, и как же ты на ней поедешь? Давай острием туда вниз. Вот отсюда Рита спускалась, представляете? Отсюда? Ну давай отсюда. Ложи. Раз, два, кинули. Давай. Не получится у тебя рис на ракете. Да? Вон, лучше ведро возьми. Не получается этой палка не катится, видите? Так что нужно что-то придумать другое, друзья. Берите с собой какие-то приспособления. А вот там вот, друзья, видите, вот как раз мост. И вот там Ахтанизовский лиман.
Вот туда, если поехать, у нас Крым. Я вот вам уже говорил, Кучугуры. Великолепнейшие места. Ты опять покатилась, Рит. А чё уши закрываешь? Все, похоже, мы, друзья, здесь надолго. Сейчас Путина тогда набегается, накатается. Мы еще хотели в одно место заехать. Но, похоже, здесь очень хорошо. А Татьяна Викторовна, посмотрите, к ней уточки уже приплыли. Фотографируется на фотосессию. Ритуй, смотри, у мамы фотосессия сутками. А ты знаешь, что там журавли даже есть? Они рыбу ловят, между прочим. Такие дела. Да, красота. И вот видите там, да, как вода отличается. Я вот сейчас вот хочу вам показать. Некоторые зрители пишут, море не отличается одного цвета. Ну, может, у меня камера такая не передает. Чего, чего ты хочешь? Как ты устала? А щечки-то розовые. Розовые, набегалась уже, напрыгалась. Давай, уши главное затыкай, Рит. Не знаю зачем, но затыкай, очки береги. Во, погнали. И вот море разных цветов, друзья. Вот, в это сложно поверить. А когда солнце будет, оно же все будет еще там по-другому, оттенки. Когда облака плывут, о, класс вообще. Когда облака плывут и солнце загораживает, здесь будет, допустим, один оттенок, другой. И это все переливается разными красками. Где мельче, там тоже другой цвет воды. Где глубже, другой. Мамка заругает нас теперь, Рит. Нам конец с тобой. Ну что теперь делать, бегай. Купаться-то нельзя, видишь? Теперь до дома терпи. Ладно. Солнышко, когда выглядывает, вообще прекрасно становится. Очень-очень хорошо. Радуют такие деньги весенние. Просто очень радует. Еще дней 15 и будет жара. И будем вспоминать вот это время с такой освежающей прохладой, друзья. Просто как райские дни. Да, точно, там у них моторные лодки стоят, катера. Вот отсюда видно хорошо, я что-то не обратил внимания. Вот там вот где гаражи, видите? Видимо, здесь есть рыбалочка, друзья. Надо бы как-то для вас узнать. Потому что многие из вас любят снимать дома, где есть вот такие вещи. А тут у меня знакомая живет. Я с ней познакомился, когда 15 километров шел туда. Ну, видео я оставлю в ссылке. Я с такой женщиной интересной познакомился. Они бывшие военные, и у них здесь дом. Они тоже сдают. Я не помню, говорила она свой номер телефона? Нет. Посмотрите видео это обязательно, и вы можете прямо вот здесь снять у нее дом. Вот прямо здесь, рядом. Или комнаты, или номера. В этом великолепнейшем месте. Просто удивительном. На этом, друзья, я, наверное, закончу это видео. Короткое. Ритусь, привет, помаши! Рукой-то хоть! В такой красоте невероятнейший просто. Приезжайте все к нам в гости в Голубицкую, вот сюда в Пересыпь. Таких пляжей сейчас не найти уже нигде, вот таких вот длинных, продолжительных. Посмотрите, это просто, ну, на Черном море пишут люди, но там вообще такого не найти. Где можно найти вот домики прямо на берегу моря, друзья? И чтобы вот так вот народу, летом здесь вот примерно вот так вот и будет людей. Конечно же, да, побольше там, но по большому счету... Че ты выделываешься, Рит? По большому счету, вот, ну, не намного прям так вот, знаете, не будет такого, как вот там в Голубицкой на центральном пляже бывает иногда. Знаете, кто из вас бывал? Ну, то есть... Для всех места хватит. Вот можно уходить гулять до Голубицкой. Захотели, вот я говорю, за родину. Вот там вот Тиздар, он совсем близко, друзья. Он, наверное, так же, когда Голубицкая. Может быть, даже... Не, наверное, так же, да, все-таки. О, Татьяна Викторовна, уточки. Ритусь, посмотри, как мама утки любит. Иди, беги скорее к ней. В общем, вот захотели на Тиздар. Я показал там, где бесплатная глина вот эта, да, из Тиздара, вулкана. Она как бы здесь вот в основании вот этих гор, она выдавливает ее, вулкан, видимо. Там нужно старую глину отковырнуть, вот эту сухую. И жидкая глина, она такая же как бы серо-голубая, как в вулкане. Вот там и можно ей пользоваться. В общем, и бесплатно. Смотрите, в том году было еще 1000 рублей, там, по-моему, даже 1200-1300 на человека. А я нашел, где бесплатно. И вот это все в шаговой доступности.
Ну, конечно, кто может пройти там, да, вот эти там, не знаю, сколько там, 6-7 километров. Но по пляжу, друзья, это просто, когда тепло, хорошо, у моря не жарко, вы знаете, да, только кремами пользуйтесь обязательно, чтобы не сгореть, там, хотя бы первые там 2-3 дня нужно беречь себя. Идете, гуляйте по морю, устали, искупнулись, пошли дальше, это просто великолепно, это... Вот все гуляйте из Голубицкой, снимайте жилье, и вот я вам всем советую, прогуляйтесь до Пересыпи пешком. Вы не пожалеете точно. Посмотрите для себя новые места, там базы отдыха. У нас, кстати, появились зрители интересные, у них тоже свои базы. Тоже можно будет устраиваться, но я пока еще о скидках не договорился. У меня все-таки цель, чтобы была для вас скидки, были для вас скидки. Именно для зрителей канала, ну, представьте, как это будет приятно, да, там, заплатили вы 10 тысяч за 10 дней, ну, или 20, и чтобы там, ну, хотя бы 1500 была скидка, детям на мороженое, на пирожное, то есть, некоторые, понятно, люди не могут себе позволить даже скидку, они укладываются там, знаете, там, нужно налоги заплатить, свет, вода, газ, я сильно-то не пристаю, только кто может вот это себе позволить. У кого там какой-то есть объем, оборот, знаете, нужно, ну, чем больше номеров, тем, конечно, люди себя лучше чувствуют. Ни два, ни три номера, там вообще никаких скидок, я думаю, и быть-то не может. Ну ладно, сегодня речь не об этом, но тоже интересно, будем искать таких людей. И ательеры обращайтесь, потому что людей уже очень много. Я говорю, вот уже больше 6 семей уже устроено, еще там двое в процессе переговоров с этими людьми. Если подойдут у них адреса, сегодня женщина звонила, вам привет, тоже если вы будете это видео смотреть, мама, дочка ее и двое детей этой дочки, то есть хотят жилье снять и уже нашли наши зрители, дом у нашей зрительницы, у Ирины, она на Кавказе продает одновременно дом и сдает, видите, у нее готовая как бы клиентская база уже есть, посмотрите это видео тоже, кому надо, я ссылаю, по-моему, там 5 миллионов или 6, посмотрите, как солнце выходит. Жаль, что оно, видите, ну, как бы полностью не выйдет. Здесь картина сейчас поменяется полностью, когда солнце. Я просто уходить даже не хочу. Это видео, похоже, будет для любителей таких, просто природы отдохнуть. Вам всем привет, я знаю, вы есть, смотрите целиком эти видео все. Да. Очень хорошо. Давай, солнышко, выходи уже быстрее. Давай весну нам. Я на этом опять попрощаюсь с вами, друзья. Всем удачи, счастья. До свидания. И чтобы все было у нас хорошо. Кстати, кто спрашивал, где у нас эти события там происходят, далеко от вас, нет. Северное побережье Крыма от нас 80 километров. А до событий от нас дальше, чем до Москвы, друзья. Это вот через все Азовское море. У нас тут вообще спокойно. У нас тут, все вы знаете, даже снимать нечего. Вот кроме природы, вот этой красоты, спокойствия, хорошего настроения, у нас ничего не происходит в Голубицкой и даже в Пересыпи. Простая, мирная, спокойная жизнь. Ничего плохого, к счастью, здесь нет. До свидания.